Во имя девяти скаль. Да кого мы напугаем своими старыми ранами? Мы больше не солдаты. Уходи. Да, Данстар. Мой Данстар попал под проклятие ночных кошмаров. Я уже сколько дней не спал толком. Жрец Мары, что приходил до тебя, говорит, будто боги нас исцелят. Ну, а до того момента я не собираюсь судачить о наших бедах с приезжими. Это довольно дерзкое заявление. И мне нужны доказательства, прежде чем я соглашусь поверить. Больше не лезь ко мне по кам. Да. Совести преступления против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Умница. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем. И гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. До встречи. Откуда только берутся эти вампиры? Да. Нужно избавиться от них, пока не поздно. Райся от меня. Что это было? Да хранит. Боже, грустно видеть.
Ты плохо себя чувствуешь? Если хочешь, чтобы я пошла с тобой, мы должны быть только вдвоем. Я знал, что когда-нибудь это случится. Я знал. Но никто не верил. Хорошо. Может, теперь они будут относиться к вампирской угрозе чуть более серьезно, а? Сарин нужна помощь. Она пытается усовершенствовать наши арбалеты. А если это тебя не заинтересует, поговори с Гунмаром. У него для тебя кое-что есть. Будь начеку. Здесь, конечно, не дворец, зато прочно, надежно и легко оборонять. Это место мне больше по душе, чем большинство уголков Скайрима. Если я нужна Израну, то, наверное, дела плохи. Интересно, с чем мы здесь столкнемся? Я хочу увеличить пробивную силу наших арбалетов, но уже ничего не могу придумать. Нужен какой-то толчок. Я всегда... Но мне несказанно повезло. Будь паинькой и принеси мне эти чертежи, а? Thank you.
здесь есть? Забрать твои деньги. Ничто. Когда ты умрешь, тебе будет гораздо легче грабить. Таким, как ты, здесь нет места. Вряд ли за тобой следили. Пошли, у меня есть план. Мой любимый собутыльник. Давай по одной. С тобой рядом всегда веселее. Вряд ли Галмар знает меня по имени. Я-то не из вас, Довагинов. Я придумала, как провести тебя в Талморс. Нет, мне не стоит. Посланница, я могу. У меня есть человек. Его я ему перед... А я пока. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Хорошо. Береги себя. Что? Тебе еще что-то непонятно? Что? Тебе еще что-то непонятно?
Что? Тебе еще что-то непонятно? Ты выглядишь хуже, чем я себя чувствую. Кроме того, это одна из первых песен, которые мне посчастливилось выучить. Рагнар Рыжий! Жил-добыл Рагнар Рыжий героем. Он снил как-то раз, он к нам ненадолго прибыл. Угу. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Что? Тебе еще что-то? Когда-нибудь, надеюсь, у меня будет своя таверна. Видел. Добро пожаловать, жрец мотылька. Уж извини, но я попробую спросить у стражников. До встречи. Как следует работал, это повод и выпить как следует. Ну, выпьешь, и можно даже терпеть такую, как моя жена. Тебе довелось попутешествовать? Нет, я так не думаю. До встречи. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Отдых в подземелье мрач... Знаешь уже, нет? Дракон снова напал. На этот раз на рощу Кин. Что тебе нужно?
Зачем они друг друга обижают? Мой кузен Борит... А, так это был жрец Мотылька? Он проехал через город не так давно, в сопровождении эскорта солдат. Они, не останавливаясь, поехали на юг, через Драконий мост. Мне вот интересно, что делает Девакин после того, как его призовут седобороды? Тууму что, можно научиться? Thank you.
достаточно смертей. Сопротивляться, чудовище, как должно. Но не мог контролировать свои действия. Спасибо богам. Да, в пол. Эти вампиры утверждали, что я им зачем-то нужен, только не говорили зачем. Неужели? Надо же, как загадочно. У вас есть древний свиток? Поразительно. Если память мне не изменяет, Стражей Рассвета назывался Древний Орден Охотников на Вампиров. Я буду счастлив помочь тебе с древним свитком, только скажи мне, куда идти. Хорошо. Я поспешу туда, пока не появились новые вампиры.